Всем привет. Чё тупишь-то? MC Queen у меня зовут. Это та, которую ты проходил или нет? Меня тоже нет. Как всегда. Надо в эту сторону вроде. Вот это прикол. Да, ты. Блин, вот я падаю и падаю сейчас. Все, собрался. Убери стряпку. Не падай. Ой, ой, нет, нет. Чё ты не сказал, что там надо этот... Потихоньку я перелетел сейчас. Давай, жди меня. Правда, что? Ты не врёшь? Нет, давай, короче, жду тебя. Ты не сможешь там прям спуститься, короче, от изменения. А, ай! Я тебе говорю, снизу можно проехать, чтобы всё поедет. В смысле снизу? Вот это. Ой! Он вообще заново начинается, оказывается, там, где ты меня пихнул. Вот ты меня пихнул, и все пошло по одному месту, по одному месту. Снизу как? Снизу, где снизу? Опа-опа-опа-опа-опа, Америка, Европа, я упал! Где ты там? О, вот ты где. А, а! Падай, падай. А, я тоже не забрался. Ха-ха-ха, упал, ла-ла-ла. Я тоже. Полетать хочу просто. Хорошо, хорошо, хорошо. Плохо. Упал. Не стой, давай, падай, падай, падай. Ты падаешь? Давай, 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 давай. Давай. Оп, оп, оп. О. Так, куда здесь дальше? А, скорости не хватило. Ай, упал. Да, давай, ты меня бесишь, жди меня. Давай, давай. А ты... А я? В резерских наушниках попробуй снять. Они у тебя или ты отправил? Я ж отправил. Короче, я вещи, которые тебе отправил, где они вообще? Они в этот, Кармасхалах. Вот, может, из-за наушников у меня так хорошо слышно. На моих видосах тоже же меня. Я знаю, что короче, я айфоном наушники. У меня, короче,
У меня звук иногда, это тоже звука не было, ну раньше. Я рендерил, когда на рендер этот ставлю, после рендеринга нормально звук. Я там не добавляю, ничего не делаю, просто рендерю и все, нормально звук. Нет, это Premiere Pro. Да ты, бля! Он же сам по себе как-то упал туда. Сам ты упал, блин, зачем вообще мне в эту в мою сторону-то ехал-то? Я разве хотел туда. Все, заткнись! А вот тебе поддержку. Давай. Давай. Макуин! 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 Упал, я перелетел опять, бля. Поэтому у меня седые волосы. Да. Заткнись, блин. Опять. Стой! Заткнулся бы лучше, я бы давно заехал. Давай-давай, Маквин! Опа, молодец! Молодец, вон, видишь? Поднялся. Заткнись! А тут еще какая-то хрень, да? Прикольная карта. 54 чекпоинта. Что, типа оттуда надо? Туда что ли? Ой, я тут на кран забрался и упал дальше вниз. Короче, как всегда в своем репортаре. Блин, сейчас в круг заехал. Что там? Давай я уже на своем этом Z21, H21 или что-то такое. Короче, я на своем КамАЗе. Во. Не знаю. Я тут этот чешу. Крышу чешу. Смотри, а ты тоже, да? А чё он в обратку не повернулся? У меня вообще неповоротливая машина. Нет, когда поэтому едешь. Не по трассе, а по травке. Ой, как мы этот заговорили-то. Умника включил, да? Все, все, еду. Давай там почеши спинку себе. Знаю тебя, что. Знаю, у меня нет.
Ты уже на мотоцикле, жди меня. Жду, жду. А, это не мотоцикл, что ли? Да я вижу, как ты ждешь. Давай, всё, встаю. Так, как тут этот сделать? А, на Е нажать. Я хотел пипик сделать, пип-пип-пип сделать. Нажал на Е, он отбивался. Да. Ну что ж ты будешь делать-то? Приветик. Он вообще этот быстро резко поворачивается, да? Чуть нажал, он сразу. А еще скорости не хватило. Скорости не хватило, мне вот здесь перепрыгнуть. Не люблю обычные гонки, люблю спилтесты. Да. У тебя тачка быстрее, что ли? Все прогружается. Я без колес еду. Видел, взорвался он. Я вообще дыхание пропускаю. Ты около финиша стоишь? На финише? Да. Какая себе карта? Да вообще надо ту поставить, которой ты там бесился. Все поставим. Все поставим. Всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки.